Доброго времени суток, дорогие подписчики зрители моего канала, с вами снова Кромл, и сегодня мы с вами начинаем играть, выживать заново в Skyhill. Не знаю, я буду играть столько, сколько я захочу. Я приехал в этот город. Это мы уже видели. В общем, попробуем еще раз, еще и еще. Ну, столько, сколько я захочу, сколько у меня еще будет интерес. Насколько мне еще будет интересна игра, мы будем продолжать пробовать. Вот. Да, когда надоест, я ее заброшу, пожалуй. Да, я знаю, как все работает. Пойдем сначала влево. Так, тут у нас ножик. Ножик сразу мы знаем в руки. Тщательно, в левую сторону. Какой-то сапог. Сапог можно? Блять, зачем я нашел? Так, это какая-то штука. Тоже какая-то штука. Орехи. Орехи и клей. Замечательно. Ну, замечательно. Первый же бой. Опять в том же месте, по-моему, да? Ну, давай попробуем. В руки. Ой, спасибо. Вся моя стата, наверное, сбросилась, да? Там, где я все, что я прокачиваю. Давай попробуем в голову. Ой, хорошо. Больше ничего нет, да? Хорошо. А что насчет меня? Я пока не качаться не могу, и все у меня сбросилось, к сожалению. Но это логично. Заперто, нужен ключ. Понял. Я пока не находил никакого. Нет, нет, опять я вниз спустился. Ненавижу вас. Да. И как промах, может быть? И опять промах. Ну, я, в принципе, в голову целился. 2,4. В голову. Отлично. В тело. Замечательно. Ах, пусто. Нам надо еще вот сюда сходить. В принципе, у меня еда есть. О, блядь, я отомщу. Кому ты отомстишь? Чертов Вася. Опять нажрался. Опять нажрался, тут рычит, сидит. На водку просит, ублюдок. Да попади ты ему в голову, ну зачем нам эти страдания? Давай, сможешь. Я в тебя верю. О, боже. Я потерял пол хила и не добрался еще даже до 80-го. Как мне везет. Сильный удар. Он еще и кританул меня. Давай сюда все, что у тебя есть. Книга с кодами записи. Какие? Куда вы примете? Ну ладно, наверное, еще он пригодится. Так, там пусто. Боже, я так еду трачу по-глупому. Надо немножечко сбавить темп. Так, шоколадка, ножик. Ножик можем взять другую руку. А нет, он просто опять удвоился. Плюс 1,2. Правильно ведь? Да. Может, тут ничего нету. Так, здесь у нас... О, арбуз. Арбуз и ткань, тряпка. Ткань, это очень важно. Тут можно чинить. Давайте попробуем. Да. Ай, не получилось. Что-то сломал. А что я сломал? А, это я ткань свою потерял из-за этого. Первый раз мне повезло. Так, в тело? Нормально. Вот бы мне так уметь, как ты. Так, ладно, все, не выебываемся. Бьем, как умеем. Или вообще не драться с ними. Что-то я туплю, наверное. Ой, он меня еще перед выходом дал разочек просраться. Зря я, наверное, дерусь. В следующий раз не буду так делать. Ой, я какие-то вещи нашел кучу. Антибиотики, они что делают? 5 здоровья. Если антибиотик с чем-то смешать, по-моему, он даст очень сильный хил. О, я могу еду сделать, салат. Делаем. О, для салата не нужно никуда подниматься. Это очень приятно. Лечение. Немножечко не так все понял, да? Мне нужна кровь мутанта. То есть, если мы выбьем кровь мутанта, мы получим... Что мы получим? Вылечение от отравления. Замечательно. Ладно, в принципе, пока не горит у нас. Если что, мы будем пока избегать всяких драк и прочего. Тут какая-то дверца. Не открывается, я понял. Пошел нахуй. Нужен ключ. Пойдем ниже тогда. А у меня очень мало здоровья. Ну, то есть, кушать надо. Кушай. Раз, два, три. Пока больше нечего есть. О, хилка. Тут как тут. И VIP-карта, я теперь могу спускаться спокойно. Так, а где хилка? 50 здоровья. Замечательно.
Можем вернуться и дать пизды, но я пока не вижу в этом смысла особого. Так, тут ничего. Тут, ох, блядь, а большая аптечка. Теперь мы точно пойдем, дадим пизды. Потому что у него могут быть какие-то вещи интересные. Всем дадим, кому не дали. Так, ты, значит, говно жопа. Получай. Какой удар. Дай в голову. Замечательно просто. Замечательно. Еду выбили из него. Еда, кстати, очень нужна нам. Так, и где еще один ублюдок свыше, повыше есть? Мы с ним начали разговаривать, но не договорили. Или нет, я просто, по-моему, сразу вышел. Да. Нет, не да. По-моему, мы с ним уже разговаривали. А ну-ка иди сюда. Пятерочку тебе зарядил. В голову! Эх. Приятных сновидений. Клей опять выпал. Так, что еще мы можем? Мы еще можем бинтами обмазаться. Да, прям сразу. Почему бы и нет? О, тухлое мясо. 18 голода. Потеряешь 8 здоровья. Ну, на крайний случай, естественно. Вот сюда мы сможем пойти? Нужен ключ. Да-да-да, это я помню. Что у нас одна комната заперта. Так, а тут кто? Блядство. Вот опять ты. И убежал. Боже, как ты мне не нравишься. Ну, ну что за пидорас? Ну что? Эх. Самый, не знаю, как его правильно называть. Такой плохой человек из всех. Такие пакости делает. Ударил и убежал. Он может в любое время опять прибежать, ударить и убежать. Но это нечестно. Ах, вот и ты. Ну все, тебе бежать. Он опять это сделал. Как ты его выпустил? Ты стоишь прямо перед ним, и ты его выпустил. Он опять ударил и убежал. Ну что такое? Пустая комната абсолютно. Пусто. Сейчас он опять где-нибудь меня ударит. Что здесь нужно? Изолента. Нет. Я могу скрафтить изоленту? Я бы с удовольствием здесь починился. У меня есть палка вообще. 2,3 бьет. Ну, нож, естественно, больше бьет. Сколько чего изолента вообще стоит? Я забыл уже. Ой, мы можем химикаты сделать. Только не знаю, зачем. А, нет, это просто. Или не просто. Так. Вот изолента. Мне нужна еще бумага. Я так и не нашел ни одну бумажку. Ах ты, пидорас. Все, не бежишь, наконец-то. Ты очень сильный, еще при этом хочешь убежать куда-то. Давай драться. Как я, блядь, промахиваюсь по тебе? Я не понимаю. Давай в голову. И же я тебя ненавижу. Конченый ублюдок. Куда вот ты убежал? Рубль. Какой-то салатик. Салатик можно, наверное, скушать, да? Но он мало хилит. Лучше подождать. Может, что-нибудь приготовить сможем. Так, голод, голод. Хила мало. Давайте хилку. Почти на сотку выхилил. Офигеть просто. Пока не найду тряпку, нет смысла возвращаться. Руки дрожат. Стой, успокойся, дыши. Ты это ему или мне? 4-2. А, это, по-моему, другой уже. Давай ты не будешь бежать. Пожалуйста, давай мы с тобой закончим бой. Промах. Хорошо. Все, теперь какой-нибудь дурацкий удар. Ну почему, блядь, ну почему ты даже в голову не промахнулся? Кровь мутанта. Можем теперь сделать обеззараживающую фигню, но пока мне не нужно это. Привет. Ух ты, хорошо. Как ты бьешь? Что-то ему урон вообще не входит как-то. Ты сдохнешь сегодня? Дай в голову. Хорошо. Все. До свидания. Отлично просто. Новый уровень. Так, давайте качнемся. Давно что-то не качался. 8 опыта. А, я же вообще ничего не распределял. Силу на двоечку. Скорость обязательно. А, меткость очень важна. Все. Буду качаться именно так пока что. Никакие другие сеты я не хочу качать. Вот именно так. Ага, ага. Ясно. Такое мы дело явно не осилим. И ты опять ты. Ну что за... Ну давай.
Голову. Ой, хорошо. Только самый слабый удар получился. Так. Стопроцентный куда? Вот сюда. Ага, да, естественно, 100%. Сейчас. И он убежал. Куда ты побежал? Вот ты. Я знал, что ты сюда. И опять убежал. Скотина. Просто скотина. Я все еще бумагу, по-моему, не нашел, да? Что там по бумаге? Да, мы так и не нашли. Зато у нас монета есть. А еще у нас очень-очень мало еды. Надо что-то срочно кушать. Скрафтить я ничего не смогу, поэтому придется так все есть. Да, ладно. Рискуем. Повезло. Здоровье пускай будет. Антибиотики я пока оставлю. Да, может еще пригодится мне. Угу. Ты какой, фуловый или какой? 25, фуловый. Давай я уйду. Черт мини пройти дальше? Почему? Ты назад ведь идешь, а не к нему. 3,8. Промах. Но тебя я выиграть-то смогу, это по-любому. Ух ты. Ух ты. Сахар, голод исполняет, труба. 1,8. А сколько мы? 4,7. В принципе, вторую руку можно взять. 3,10 урон с моим. Это вообще 3,10. Да, это сильнее, чем... Давай-ка в основное оружие. Мы возьмем все-таки трубу. А в дополнительное мы возьмем вот так вот. Так будет лучше. Сахар едим. И сейчас мы пойдем наверх. Потому что нужно восполнять голод. Мы так и не нашли бумагу. Вот здесь я похожу пока еще. Все, нахуй пошел. Пошли наверх. Ну его в жопу. Такие дела меня не устраивают. Вот еще вот эти два парня, которые здесь стоят, вообще. Это такая беда. Я не знаю, как с ними разбираться. Придется потом. Я очень далеко, кстати, ушел. И починиться не смог. Если бы лифт был готов, я бы сейчас... Все очень хорошо сделал, а так я не смогу. Мне сейчас изоленты не будет, да? Попробуй. Отлично. Все, едем наверх. Я все потратил, кстати. Зачем поднимался? Одному богу известно. Sky Hill опять. Так, что мы можем выпить, съесть? Та-та-та-та-та-та-та. Ничего не можем. Ну, допустим, я посплю часик. 25. Ну вот, час посплю. Меня терзали кошмары. Страшные видения разрушающего мира. Мутант, пожирающий последних представителей человечества. Я проснулся в холодном поту, измотанный и опустошенный. Замечательно. Так, а теперь мы поедем, где были. Где были, мы не сможем, потому что я не чинил там электричество. Ну все, мы сдохли, считай. У меня не хватит сейчас еды. А, у меня же есть запас. Оп! Еще бы я похилился, но лучше бы, да? Давайте вернемся, похилимся. Я совсем забыл, что у меня есть супер штучка, которая дает мне еду на сотку. А еще я лифт пропустил. Я все. Какой я кривой. Давай быстрее. Поспим. Вот так вот, наверное, да? Может, 6 часов? Нет, не может. 44. Ночью меня кто-то забрался в мой номер, с утра я обнаружил потерю труба. Ага, ясно, кто-то еще что-то у меня забрал. Блин, а труба была таким хорошим оружием. Эх, а палку? Вот так вот. Черт, такую классную штуку забрал. Почему именно хорошие вещи забирают? И опять лифтом не воспользовался. Когда я научусь играть в эту игру? По-человечески. В принципе, неплохо, я отхилился. Да. И прошел чуть дальше, наверное, да? Вот мой рекорд 87, я помню. Нет, я прям на рекорде сейчас. Ну и в принципе, можно сказать, что я его прошел. Пока что нет, но сейчас пройду. Так, с тобой мы уже дрались. Сильный удар, боже мой. Выспался и так бью хорошо прямо. В нем есть что-нибудь? Еще и в нем еда. Офигенно. Ух ты, газетная вырезка. Жестокое убийство пятерых человек, включая ребенка. Полиция предполагает, что мы имеем дело с серийным убийцей. Связывая это дело с прошедшим 2 месяца назад.
где было использовано самодельное оружие по способу изготовления, напоминающее орудие убийства. Поиски преступника осложняют отсутствием явной мотивации и логики у преступника. Большинство экспертов сошлись во мнении, что в данном случае у преступника присутствует психическое, и дальше ничего нет, отклонение, видимо, какое-то. Но это вырезка там. Ни начала, ни конца. Сразу съедим. Нет смысла держать, я вообще не понимаю, зачем. Отрывок фотографии. Куда я этот отрывок могу, интересно, применить? Так, тут у нас что? Пусто. Тут металл. Дальше. Ничего. Тут у нас что? Кола. Офигенно. Можно будет выпить. Привет. Давай в голову. Не получилось. Отлично, опять же, у меня все получается. Приятного тебе. Полежать. Пусто. Еще все пусто. Зачем тратился, непонятно. Да. Привет. О, ты еще первый бьешь. А, так это ты, ублюдок. С тобой мы уже дрались. Сколько большая? 80. 80, 90, 100. 80, 90, 120. Ну, у меня еще десятка есть. Вот с тобой я подерусь. Давай. Замечательно. Дополнительный ход, отлично. В голову. Ой, хорошо, вот этот дополнительный ход просто меня выручил. Сейчас. Ну, конечно, он был нерешающим. И я только что, по-моему, в голову еще раз ударил. Случайно. Сильный удар получился. А это кто такой? Какой-то дядя сидит. Так, мы пока отсюда выйдем. Сейчас, подожди секундочку. У меня тут кое-какие дела есть. Оп! Все, теперь возвращаемся. Ну, привет. Какой-то дедуля мертвый, что ли? Или он его в заложниках держит? Сомневаюсь, что он его держит в заложниках. Убежал. Ты кто такой? Здравствуйте, я уже не думал, что кто-то выжил, кроме меня, но мне не нужны друзья. Я лишь ищу Эгнок. У меня есть для тебя испорченная кукуруза. Что делаешь? Ты что, дурачок, что ли? Ты хочешь какую-то штуку за то, что ты мне дашь испорченную кукурузу? Нет, спасибо. Я нашел первого человека живого здесь. А еще я нашел рыбу. Зачем я... Может, мне Игнок лучше, больше, чем тебе пригодится? Какие-то ты плохие сделки мне предлагаешь. Вот, кстати, у меня же есть рубль. О, я получил тряпку. Я теперь могу сделать изоленту и, если что, уехать наверх. Еще тряпка. Ну, наконец-то. Пусто. Деревяшка. Ключик. Ключик. Мы можем подняться, получается, еще открыть дверь потом. О, опять ты, ублюдочный. Ну давай, подеремся. Куда ты бежишь все время? Так, тут что-то есть явно. Кофейные зерна. Так, тут что? Сахар, какие-то металлы всякие. И все на этом. Всяких столько, наверное, вещей могу сделать. Ах, кошмар. Оружие. Нет, ничего такого. Изоленту, но это потом. Привет. Да, могу драться с тобой, давай, подеремся. Вот так вот. Молочко, да? Да, молоко. Здорово. Пусто. Ну ладно. Всяких вещей понабрал кучу просто. Пусто. А, я сейчас не потерял голову за это. Так, давай что-нибудь съедим. У меня очень много всякого. Могу я сначала что-то сделать? Нет, ничего не могу сделать. Всяких еще крафтов столько. То ли закрыто, то ли еще предполагается, что будет сделано. Тогда так просто съедим. Колу тоже можно. Ну, тоже можно. Молочко ставим пока что. Тряпка, тряпка, тряпка. Починить лифт, что ли, сходить? Нет, пока, наверное, не нужно. Чуть-чуть попозже. Может, мне лучше бежать?
Зачем? У нас все пока прекрасно. Дополнительный ход. О боже, еще в тело. Сильный удар и убежал. Вот сюда убежал. Нет, не сюда, это новенький. Ладно, пойдемте наверх. Нафиг, нафиг, нафиг это все дело. Надо чинить лифт и уезжать отсюда. Это мы не сможем починить. Мелочи у меня нету. Вот, что нужно? Изолента. Сейчас, подожди, нет. Сейчас мы сделаем изоленту. А я не смогу ее сделать. А, черт. Тогда рискнем. Да. Вышло. Вниз. Чё, почему? Он же работает. Как это? Это что, баг, что ли, какой-то? Я же все починил. Да ладно, вы чё? Да быть такого не может. Ну-ка обратно. Я починил. Свет есть. Какого хрена? Ладно, вот на 82-м. Я, блядь, что-то чего-то не понимаю или что? А вот так вот можно крутиться. М-м-да. Я только приехать сюда могу, что ли? В одну сторону? Ничего, есть же электричество. Ну, в принципе, ладно. Чем у меня есть еды есть? Есть вообще смысл возвращаться? Я же обратно, да, я не смогу ничего сделать. Нету смысла вообще никакого вверх идти пока что. Да, к сожалению, придется, наверное, опять одной дорогой вниз. И это только 81 этаж. Ключ? А, я использовал ключ. Я использовал ключ на пустую комнату. Как вам такое? Классно, да? Да, я такое умею. Ну, теперь мы будем избегать драк всячески. А эту драку я еще избежать не могу. О, блядь, он на 9 бьет. О, боже, он меня прикончит сейчас. Он какой-то жесткий парень. Если ты не ударишь... Ох, он убежал, хорошо. Не знаю, куда он убежал. Меня что-то беспокоит. Я уже плохо помню, что случилось до катастрофы. Но я помню их лица. Особенно моей маленькой Ники. У нее в следующем месяце экзамен по математике. Она так переживала, так волновалась. Хватит. Я свожу себя с ума. Сейчас я волочу свое жалкое существование, пробираясь на развалинах и прячусь от наводнивших руины мутантов. И ищу причину, чтобы жить. А, боже. А я волочу свое умирание. Давай антибиотику, что ли, выпьем хотя бы. Насчет лечения. Бинты, алкоголь, да? Да. Алкоголя у меня нету. К сожалению. Куда убежал этот ублюдок? Не сюда, повезло. Так, а мы можем, в принципе, сходить наверх и попробовать. Этот автомат сломан. Этот автомат живой. Давайте попробуем. Просто так. Может, что-нибудь из еды выпадет, мне повезет. Это опять продлит мою жизнь. Насколько это ходов. Клей, блядь. Херенно. Может, лифт заработал? Сука. Работает же электричество. Я что-то чего-то не понимаю. Если вы... Наверное, да, я что-то не понимаю. Напишите мне в комментариях. Может, действительно, только дорога в один конец работает. Так, это тоже могу починить. А давай попробуем. Зашибись. Тряпок у меня все равно много. Так, его здесь нет, мне повезло опять. Наверное, он будет в этой комнате, да? Твою мать! Там какая-то штука... О, блядь, вот это что-то. Так, я сейчас я не убегу, то мне конец. О, блядь, мне конец. Он сам убежал, отлично. Мне повезло самому. О, обезболивающее. Сколько? Живем. Живем как можем. Как мы это умеем. И здесь его нет. Зато есть провода. О, я могу сделать проволоку. Блять, я мог сделать, по-моему, только что ту штуку, чтобы там сделать лифт. Но я, наверное, опять ничего не получилось бы. Что-нибудь такое, да? Кстати, у меня голода совсем не осталось. То есть, есть нечего совсем. Руки дрожат. Да, да, да. Убегай, убегай. Эх. А, я с ним уже дрался, у него хп мало. Дай мне еду. Ты дал мне всякую хрень.
А с тобой драться даже не буду. Так, я тебя могу прокачать, но я сомневаюсь, что нам сейчас это поможет. Хоть как-то. Не то прокачал. Ладно. Еду, пожалуйста. Есть. На волоске просто от смерти. Сейчас я нахожусь. Опять ты ублюдочный. Тут, кстати, автомат с медикаментами, походу. Пошел в жопу. Нет, драться. Есть шанс, конечно, есть. Если я в голову попаду, вообще прям возрастут. Ну, вот только что я потерял их. Так, на удачу. В жопу удачу. 76. Новый рекорд. И у меня еще два новых навыка. Давайте посмотрим. Просто из интереса, что за навыки. Так. Новая игра. На нормальном. Чё? Климакофобия. Чёртова лестница. Изобретение сатаны. Только и жаждущий вашей смерти. В лестничных пролетах ваш уровень снижается в... Что? Ваш урон снижается в два раза. Однако в комнатах вы держитесь на 20% эффективнее. По-моему, что-то так себе. Первая помощь. Аптека из вашего номера хоть и мала, но вполне может спасти вам жизнь. Восстанавливает 50 здоровья. То есть один раз, что ли? Первая помощь. Аптека из вашего номера хоть и мала, но вполне может спасти вашу жизнь. Восстанавливает 50 здоровья. Каждый раз или один раз? Я вот понять не могу. Это же не написано. Если я каждый раз, когда поднимаюсь, ну, в принципе, я очень редко поднимаюсь, так что все еще вот эти две штуки самые классные. Вот тяжелые времена тоже очень нормально. В следующий раз попробую с тяжелыми временами. А насчет этой лестницы, я сомневаюсь, и первую помощь тоже. Ну, наверное, давайте на этом и закончим, потому что достаточно. С вами был Кромгл, если вам понравилось, обязательно оставайтесь со мной. Всем, ребятки, удачи и всем пока.